Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня я расскажу про жемчужину нашего дачного участка. Про вот этот рукотворный водоем, который сейчас пустой и находится в режиме чистки, предсезонной, предлетней чистки. Значит, он 2,5 метра в глубину, 15 метров в диаметре, поэтому сюда влазит где-то 300 кубов воды. Вода чистая, из родникова, из скважин. Плюс здесь находятся два мощных насоса, по 20 кубов в час они выдают. И здесь слив, куда вода сливается, что обеспечивает постоянный оборот воды и не дает воде застояться. Поэтому вода здесь всегда чистая, прозрачная, пахнет рекой. Великолепный пруд. А зимой мы используем его как каток. Снег расчищающий, здесь прекрасное ровное такое поле. Кататься, вот, прекрасно. Ежегодная профилактика нашего пруда закончена. Почистили, воду спустили, почистили, помыли. Теперь набираем новую воду из скважины. Обратите внимание, какая она чистая и прозрачная. Но наливаться она будет дня 3. Такими темпами. Быстрее не получается. А затем можно будет уже купаться. Как солнышко прогреет воду. Будем плавать. Настоящему рокеру такой пруд просто необходим, чтобы плавать, набираться здоровья после тяжелых концертов, приехать с нашествием в пруд, отмокать. Так что, мужики, работайте, играйте стильную музыку, чтобы вам за нее хорошо платили, и у вас будет вот такой вот пруд. Вот мы с моим телохранителем решили проверить, как пруд заполнился водой. Масяня говорит, погнали посмотри, что там творится. Нету ли там всяких хулиганов, нету ли там каких-то поклонников неадекватных. Идемте посмотрим вместе с нами. Вот он прудик, заполнился. Мы его в тот раз почистили, помыли, воду слили всю и заполнили новой, из скважины, чистенькой, прозрачной. Как потеплеет, будем купаться, плавать и загорать. И Мэри будет нас охранять. Масяня, будешь охранять или нет? Масянька, ты молчи. Буду. Она мне на ушко сказала, говорит, буду. Вообще когда буду. Ну что, Масяня, не боишься никого, а? И я с тобой никого не боюсь. Мы с ней никого не боимся, мы вместе. Сила! Этот прудик, на который иногда пролетают дикие утки. Они видят, что здесь все чисто, красиво, воду можно пить. Поэтому пролетают, поплавают. Но видят, что рыбы нет и улетают. Но рыбу мы туда, конечно, не запускаем. Иначе там все завоняется. Поэтому здесь только чистая вода. Вот, обход закончен. Пойду сочинять новые шедевры. Вдохновился, проверил, все в порядке. Надо идти все это отметить в своем творчестве. В новых произведениях, которые, я понимаю, вы все ждете, не дождетесь. Не дождетесь, не переживайте, дождетесь. Все будет четко. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Опять я веду репортаж из нашей чудесной баньки. Но не для того, чтобы напомнить о ней или еще раз про нее рассказать. Нет, вы уже все прекрасно знаете. Я хочу сегодня показать, как после баньки я пойду в наш пруд. И еще, конечно же, я хочу напомнить вам про вот эту вот прекрасную шляпку, которая подчеркивает чувство моего собственного величия, как говорят многие мои доброжелатели. Напоминаю им, что да, я вот такой вот рок-музыкант Волощук СД. А сейчас предлагаю пройтись со мной в прудик. Я уже напарился от души. Хочу теперь нырнуть в холодную нашу подмосковную водичку. Пойдемте. Вода чистейшая, из скважины. Чуть-чуть прогрелась на солнышке. Последних 3 дня было жарко, хорошо. Но все равно градусов 18, не больше. Но тонизирует. После бани прям прекрасно. Очень хорошо. Видите, какая красота здесь. Вода чистейшая, пить можно. Просто классно. А вот это 2 ивы тут растут над прудом. 2 плакучие ивы. Которые интересны тем, что вот когда мы здесь обустраивали всю территорию и посадили эти ивы, они были молоденькие, и другие деревья посадили. Почему-то ветер прям разрывал эти 2 дерева. Он не давал им подняться, нам приходилось их подвязывать. Разрывал бы. И поэтому они получились такие разлапистые. Но выжили, выстояли, не смог ветер их уничтожить. И теперь это украшение пруда создает такой тень, такую здесь прекрасную, и общее настроение. Поплавал от души, остыл после баньки. Теперь пойду есть жареные колбаски. Там как раз бас-гитаристы группы Волощука СД готовят жареные колбаски. Вам он очень полюбился, этот бас-гитарист. Прекрасный мужик. Лобает в любом стиле, слэп, что угодно. И колбаски делает великолепные. Поэтому сейчас пойду есть колбаски. Всем привет! Что может лучше быть на даче, чем собственный тенистый пруд? Пусть небольшой, пусть лягушачий, но чтоб был чист, как изумруд. Чтоб окунуться было можно в ясный и жаркий летний день. Ведь в карантине невозможно сходить на пляж, это как плен. Нам повезло, что мы когда-то решили выкопать ставок. Не знали мы еще в 10-м, что пригодится фитнес-блок. Здесь рядом озеро большое, туда ходили мы на пляж. А пруд, как озерце простое, ландшафтный дополнял дизайн. Еще не знали, что в 20-м на даче вирус нас запрет. Хоть мы ни в чем не виноваты, но вирус всем задал урок. Вот тут-то пруд и пригодился, наш маленький тенистый пруд. Теперь мы всей рок-фамилией здесь плещемся, и это good. Ну что могу сказать коллегам? То, что и раньше говорил. Не получается набегом богатым стать, как Коллинз Фил. Фил много лет пахал, как Карло, что папой Буратины был. Умел держать судьбы удары и в барабаны бить любил. Еще умел он чисто стильно играть британский рок-н-ролл. За это платят поприличней, чем за хэви-метал попса-шансон. Делайте выводы, коллеги, как сочинять и как играть. Чистопородно, как стратеги, или все в кучу замешать. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.